Всем привет! Вы на канале «Вкусно, просто и бюджетно». Сегодня я готовлю закуску из лаваша. Готовится она очень быстро, из доступных продуктов, и получается очень вкусно. Для этого берем один лаваш, яиц 5 штук, грибы, шампиньоны 2-3 штучки, сыра твердого 100 грамм, лука зеленого 2 штучки, зелени 10 грамм, соевого соуса 1 столовую ложку и перца молотого черного 1/2 чайной ложки. Для начала подготавливаем овощи. Грибы нарезаем мелким кубиком. Лук и зелень тоже нарезаем мелко. Натираем сыр на крупную терку. Теперь берем глубокую посуду, вбиваем туда 5 яиц, добавляем 1 столовую ложку соевого соуса, 1/2 чайной ложки черного молотого перца. Хорошенечко перемешиваем. Соль я не кладу, так как соус у нас и так соленый. Теперь можно добавлять грибы, зелень. Все хорошенько перемешиваем и добавляем половину натертого сыра. Половину оставляем для посыпки лаваша сверху. Все хорошенечко перемешиваем, берем сковороду, застилаем туда лаваш, ничем не смазываем сковороду, аккуратненько, чтобы лаваш не прорвался, иначе начинка будет вытекать. Высыпаем туда всю начинку, хорошенечко разравниваем и закрываем краями лаваша. Ставим на небольшой огонь, накрываем крышкой и обжариваем с каждой стороны минут по 7. Затем, когда мы перевернем лаваш, посыпаем его оставшимся сыром и зеленью. И все, наша закуска готова. Вот такая аппетитная закуска у нас получилась. Она внутри очень сочная, снизу хрустящая, сверху сырок расплавился, тянется внутри тоже. Всем рекомендую приготовить. И довольно-таки бюджетная. Всем, кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.